Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Нас вже понад 3,5 мільйони підписників. Не забувайте, долучайтесь. Лева частка з вас, хто дивиться нас, просто не підписується. Якщо ви ще натиснете дзвоник, прокоментуєте, YouTube розумітиме, що вам це подобається і просуватиме це відео, відповідно, далі в своїй мережі. Сьогоднішній наш гість – це Аббас Галямов, російський політолог, політтехнолог, публіцист і державний діяч. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Аббас, много хороших вопросов. Хочется поговорить о встрече Путина с матерями, так называемые, много там вопросов. «Медуза» даже знает, кто там был на этой встрече. Вопросы, ответы Путина очень интересные, если можно так сказать. Но, в общем, начнем с обстрелов Украины 23 ноября, ракетные обстрелы. И вот скажите мне, это последнее, что имеет в России Кремль в рукаве? Или не последнее это раз? И если последнее, готов ли Кремль идти на переговоры, о которых он так много раз говорит, и идти на какие-то компромиссы? Ну, последний аргумент, конечно, все-таки это ядерное оружие. Поэтому то, что вот мы сейчас видим, это, пожалуй, предпоследнее. Вот. Ядерное оружие, ну, то есть, с одной стороны, конечно, это очень рискованная штука, да, это перевод конфликта уже в плоскость, которую, ну, ты вообще не будешь контролировать, да, то есть, ответят тебе или не ответят страны НАТО, да, и каким образом ответят, это уже от них будет зависеть. Поэтому, ну, конечно, Путин по мере возможности, так сказать, будет стараться избежать использования ядерного оружия и задействует его только в той ситуации, когда, ну, окончательно утратит надежду на все остальное. Может быть, и тогда он тоже не решится. Я этого не исключаю. Вообще, ну, глядя на, вот, на события последних месяцев, я вижу, что он просто плывет по течению, он теряет способность, знаете, вот, предпринимать какие-то шаги, которые... Ну, которые ломают ситуацию, что называется, да? То есть вот задавать новый тренд он уже не способен. Поэтому, знаете, я попрошу вашего, извините, звукорежиссера, у меня эхо в наушниках, и поэтому очень трудно говорить, меня за нос сбивает, ладно? Да-да. Спасибо большое. Значит, поэтому вот есть, в общем, ядерное оружие, которое, может быть, он и не сможет задействовать, да, но, может, и сможет, черт его знает, да, поэтому его в голове держать надо все-таки. Ну, если вот вывести за скобки ядерное оружие, то, пожалуй, да, больше ничего другого Кремлю не осталось, нанести поражение украинцам на фронте, по крайней мере, сейчас он не в состоянии, если бы он мог, конечно, бы он это сделал, да, поэтому ему приходится... повышать издержки для Украины вот в тылу. Да, то есть он, в принципе, хочет ведь сесть за стол переговоров, да, и, значит, поскольку, ну, с помощью своих вооруженных сил ну, на фронте он этого сделать не может, то есть украинцы его не, так сказать, не слушаются и бьют его чудо-богатырей. Да, поэтому он пытается увеличить издержки для Украины в тылу. То есть, по его замыслу, измученные граждане должны потребовать от Зеленского, хватит, дескать, артачиться, давай, мы устали это терпеть, садись за стол переговоров. Вот в чем смысл, он, собственно говоря, на поверхности. Да, ну, тут даже интерпретировать-то не надо, ведь они, по сути, так и говорят. Да, Песков же сказал, что украинцы могут это в любой момент прекратить, если пойдут на наши условия, так сказать. Ну, в общем, как-то так. А ну вот, Аббас, мне вспоминается, вот вы говорите, что, ну, это Песков говорил, да, что обстрелы – это вина не Кремля, это вина Украины, в частности, Зеленского и Киева. Если они хотят прекратить это, садитесь за стол переговоров. А вам не кажется, что это один к одному ситуация, которая была в начале полномасштабного вторжения? Потому что тогда они думали, что их будут встречать с цветами, говорить, вот, мы вас ждали, вот, каравай, вот соль.
Сейчас же такая же ситуация. Они не понимают, что обстрелы, и когда каждый украинец сидит без света, он еще больше хочет победы Украины и еще больше понимает, что виновата в этом Россия. Это вот я к чему веду. Это вот опять этот брак коммуникации, понимания на вершине Кремля, как идут дела и как мир воспринимает то, что делает Кремль. Ну, да, это просто... Значит, это даже я бы не назвал там коммуникационной проблемой. То есть изначально в голове Путина существует твердая устойчивая точка зрения, что любая проблема решается с помощью силы. Да, он там с детства, из питерских дворов, там, из КГБ, там, из советского прошлого это вынес. Вот. И поэтому, ну, он там, как бы, если мне не удалось их запугать, значит, я просто плохо пугал. Знаете, как у них у чекистов любимая присказка: если вы не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка. Да. Поэтому вот поэтому он считает, что, ну, если они до сих пор не сломали, значит, ну, надо сильнее давить. Поэтому мысль о том, что значит, все это может привести к обратному результату. То есть украинцы еще больше его возненавидят и еще более ожесточенно будут сопротивляться, она ему в голову, конечно, приходит, она не может не приходить, когда ты смотришь на происходящее, да, значит, ну, то есть на протяжении уже 9 месяцев украинцы терпят огромные, значит, издержки несут, да, и тем не менее сопротивление продолжается, и нет, ну, вообще никаких признаков того, что оно слабеет. Да, и что решимость украинцев сопротивляться слабеет. Вот. Поэтому, ну, мысль о том, что все это может не сработать, она, конечно, в голове Путина есть, но он все равно ее от себя гонит, да, и, значит, и пытается усилить давление. Ну, потому что если он признает, что это может не сработать, ну тогда все вообще пустота. Да, тогда вообще пропасть перед ним разверзается, да, жуть вообще туда заглянуть, даже страшно, это просто адская пропасть. Это значит все поражение. Все, то есть конец всему, твой жизненный путь потерпел колоссальную неудачу, да, потому что он, ну, он всю жизнь делал ставку на вот это, да, а тут оно вот рухнуло, вот, то есть ему, ну, он объективно человек, знаете, он не человек модерна, он человек архаики. Вот чем архаика отличается от модерна? Ну, для человека модерна, вот он твердо усвоил вот этот, ту заповедь, которую Иисус когда-то сформулировал, не делай, вернее, еще Моисей, на самом деле, не делай другому того, чего не хочешь самому себе. То есть вот этот принцип универсальной морали, когда одна и та же моральная норма, которая применяется к другому, должна применяться по отношению к тебе. Вот принцип этой универсальности морали, но он не для Путина. Да? Он не для Путина и не для его сторонников. Они, значит, привыкли считать, что, ну, там, для нас одно, для них другое. Поэтому мы одни, а они другие. Да? Мы, значит, не ломаемся, да, мы, ну, потому что они же сами себя воспитали на этом мифе о Великой Отечественной войне, да, значит, о том, какой вот там русский народ победитель. Так, хотя на самом деле, ну, там, их логика легко разбивается, да, потому что украинский народ тоже такой же народ-победитель, в общем-то, да, его вклад в победу над нацизмом не меньше, чем у русского народа, если не больше. Вот. Но они, повторюсь, это от себя гонят, то есть это они народ-победитель, вот. И, соответственно, вот мы такие, мы не ломаемся, а все остальные ломаются, потому что все остальные хуже нас, все остальные слабы. Мы значит, все вокруг в коричневом, а мы в белом. Вот. Ну, вот такая картина мира архаичная, да? То есть, ну, равенства нет, да? Мы лучше, а они хуже. Вот все остальные хуже, на самом деле, да? Они ко всем остальным свысока относятся. Мы старший брат, они там младший брат, они, так сказать, глупые, да, а мы умные, мы должны их воспитывать и, значит, объяснять, что есть хорошо и что есть плохо. Ну и вот, в общем, вот эта картина мира путинская, да, значит, архаичная такая, она, вот если, ну, она вся потерпит неудачу, да, если вдруг выяснится, что украинцы не хуже, да, а в данном конкретном случае даже и лучше окажутся, вот. Поэтому он гонит все это от себя, поэтому он пока, ну, вот продолжает делать просто
то, к чему привык. Я, собственно, это и имею в виду, когда говорю, что он утратил способность, ну, там, маневрировать, ломать тренды, да, создавать новые парадигмы, то, что раньше он умел делать когда-то, ну, там, находясь в ситуации меньшего стресса. Да, видите, оказался, что в ситуации там более крупного стресса он уже не способен это делать, все, сломался, да. И, ну, в общем, вот как-то так это у него сейчас. Маша, вот вы вспомнили. Он делает, проще говоря, он делает, вот заканчивая свою сложную мысль запутанную, так сказать. Mm-hmm. Просто он делает, ну, там, то, что может, потому что больше ничего другого он не может, вот и все. А вот именно, да, вы вспомнили, что он к чему-то привык. А вы не считаете, что с Путиным сыграла злую шутку та вещь, что в своей жизни он никогда не терпел поражения. А как мы знаем, спортивный принцип, да, лучше один раз проиграть и понести уроки, и понять, что делать дальше. А вот он всегда с позиции силы, с позиции власти, он никогда не знал, что такое поражение, или когда ему говорят «нет», или когда мир не поддерживает его, то ли боясь, то ли не имея его как союзника. Ну, на самом деле, до 2000 года он регулярно терпел поражение и не выступал всегда в позиции сверху, а на самом деле очень ловко, так сказать, там подлизывался по отношению к начальству, да, когда надо было, он, значит, чекистом, державником, патриотом. В 90-е годы выгодно стало быть демократом, он и к Собчаку сумел подлизаться, и к Чубайсу, и к Кудрину, да, и если вы там посмотрите его интервью 90-х годов, то вы увидите, что как он там убедительно рассуждает о демократии, о том, что все то, что он сейчас творит, на самом деле неприемлемо, он тогда говорил. То есть он на самом деле хамелеон, он скользкий тип, вот, но, конечно, придя к власти, он, значит, в качестве компенсации за свои вот эти прошлые унижения, да, ну, когда приходилось там, так сказать, подлизываться, подмазываться, там, вот, он, конечно, там занял такую женскую позицию и стал, ну, так, знаете, компенсаторная функция, что называется. Для него президентство играло компенсаторную функцию, исполняло, значит, компенсировало все его прошлые неудачи. Он, конечно, в эту роль вжился, такого постоянного победителя, мачо такого, вот, и постарался забыть весь свой допрезидентский опыт как такой менее приятный, да, и, конечно, сейчас он, значит, действительно, вот в этой части, вот начиная с 2000 года, я согласен с вами, что он, конечно, уже оказался заложником своих успехов постоянных, побед, вот, и он нюх, что называется, потерял, да, то есть обнаглел настолько, что, в общем-то, ну, просто вот перестал адекватно оценивать реальность. То есть большое количество тактических побед уверило его в том, что он является стратегическим гением. Это на самом деле колоссальная, ну, его ошибка, да, потому что, ну, нельзя путать тактику со стратегией. Ну, мог бы, он же историей вроде увлекается, ну, вот Гитлер такой ярчайший пример для него. Альтернативная история увлекается. А? Альтернативная история увлекается. Да, это точно. Ну вот, Фоменковщина. Значит, Гитлер — это ярчайший пример, да, когда человек, прямо шагая от одного успеха к другому, там, к третьему, четвертому, там, сотому, пятисотому, там, да, вот тактические успехи один за другим, и в конце концов он через вот эти тактические успехи зашел в стратегический тупик и закончил тем, чем закончил. Да, и Путин сейчас, собственно говоря, сделал то же самое. То есть он совершил всю ту же самую ошибку. Он свои тактические успехи принял за доказательство своего стратегического гения. Ну, в общем, вот и закончит он как-то вот примерно. А вот если Гитлера проводить параллели, вот вы вспоминаете Гитлера, мы знаем, что во Второй мировой войне просто такие генералы боялись сказать правду Гитлеру, потому что он мог их казнить. Как вы считаете, сейчас есть что-то подобное в Кремле, что просто боятся говорить Путину, который читает только папочки по цветам, боятся сказать, что на самом деле происходит? Конечно, эта проблема есть. Ему не столько боятся сказать о реальном положении дел, ну, там, вот это-то говорят, потому что, ну, он все равно узнает. Да? Ну, то есть, если мы не можем взять Киев, или там мы не можем отстоять Херсон,
то, ну, как бы, что он рано или поздно это узнает, что скрывать. Там больше проблема, знаете, в чем? В том, что альтернативный сценарий решения проблем, альтернативные подходы не предлагаются на этапе, вот когда обсуждается, что будем делать. Ну, то есть, значит, обсуждаем, вот диагноз поставили, Херсон, ну, там, не можем отстоять. И дальше обсуждается, что надо делать. И варианты такие, что, типа, давайте признаем поражение и прекратим войну вообще, да, выведем вообще войска отовсюду. Ну, они просто не предлагаются, да, потому что, ну, боятся. Извините, Аббас, я прям правильно понимаю, на компромиссы с военной точки зрения и территории Кремль не пойдет? Не, почему пойдет, просто уже когда до самого Путина это дойдет, то есть это не будет ему предлагать трусящий, там, боящийся его Кириенко, например, да, или там, осторожный Патрушев. Это до Путина самого должно дойти уже. Вот когда до него дойдет, конечно, могут они. Вот. Но не раньше. А они сами, вот, значит, как бы у них у самих коленки не тряслись, там, как бы они не понимали, что все, уже война проиграна, там, Гага маячит впереди. В общем, ну, как-то надо выворачиваться, выкручиваться, там, договариваться. Вот. Как бы в глубине души вот это им все не свербило, они все равно ему это не предложат, потому что его все равно боятся же больше, да? То есть Гага там, ну, в конце концов, далеко. Ну, и вообще, что Гага? Ну, в конце концов, в тюрьму посадят, да? Не расстреляют же, не повесят. Вот. Ну, можно посидеть. Да, по сравнению с тем, что там Путин Пригожина там с кувалдой натравит на тебя сейчас. Это да. Отдельный разговор, я еще спрошу вас. Это очень смешно, конечно. Да. Ну, это вам смешно там со стороны смотреть. Да, россиянам-то страшно. Аббас, а вот я... Если вот сейчас участились обмены военнопленных, вот два дня назад мы обменяли 50 наших бойцов, и это Минобороны России идет навстречу больше и хочет обменивать. Говорят, потому что в обществе нарастает недовольство того, что происходит последние 9 месяцев, в том числе с Россией. И вот мы точно знаем, что мобилизации следующей в январе или когда там в декабре не избежать. Вот как вы считаете, есть какое-то понимание, что в этот раз мобилизация усугубит проблемы? Или опять она пройдет немножко в Дагестане, немножко еще какой-то республике и стихнет? Я думаю, что все-таки понимание есть, но оно изначально было все-таки, да, Путин очень долго не хотел делать мобилизацию, понимая, в общем-то, что, ну, это рискованный шаг. Да, и тот факт, что революции по итогам первой волны не случилось, ну, я думаю все-таки, что их не настолько, знаете, там, вскружил им голову, чтобы они думали, ну все, проблем вообще не существует. Ну, нет, ну, во-первых, все-таки протесты были, да, во-вторых, есть социология, доказывающая, что, ну, объективно восприятие происходящего ухудшилось, число сторонников властей уменьшилось, те, что остались деморализованы, да, недовольство усиливается, рейтинги падают. Ну, об этом же кремлевская социология сама это подтверждает. То есть они сами же оттуда, из Кремля, утечки идут по поводу этой социологии. Вот, о том, что конкретно сказано, что обвиняют во всем лично Путина. Вот раньше чего не было, раньше всегда была формула «царь хороший, бояре плохие». А после начала мобилизации все перестало работать. То есть модератор там во время разговора с респондентами, допустим, говорит, вот эту формулу закидывает, что, ну, это же там местные чиновники, да, это же не Путин. И вдруг люди, значит, включают, ну, а что, местных чиновников не он, что ли, назначил? Он же командир, он отвечает за них. Да, вот раньше этого не было, а сейчас появилось. Повторюсь, это утечка со ссылками на кремлевские источники, на их исследования, да. Это не те данные, которые официально публиковались. Вот, то есть это все есть, и поэтому думаю, ну, особенно, понимаете, вообще неоткуда взяться шапки закидательским настроением. Ну, что, бьют же, да, все плохо, в общем-то, да, ну, то есть просто не с чего корону на голову надевать. Поэтому я думаю, конечно, есть у них это понимание в части мобилизации. Да? Просто, Аббас, как они будут объяснять вот эту мобилизацию? Вот в этот раз, как было, 21 сентября частичная мобилизация, и потом
Путин только уже на словах, что мобилизация окончилась. Сейчас мы понимаем, что в январе будет не менее грандиозная мобилизация. Что теперь говорить? Если она закончилась, ты сказал, первый человек в стране, которому все верят, условно говоря, и тут на улицах снова ловлять людей. Игорь, ну, я, честно говоря, не задумывался, значит, что они скажут, поскольку, ну, пока у меня нет уверенности, что вторая волна. Вот мне тоже интересно, будет. Потому что я тоже не знаю, что можно сказать. Да, и на самом деле я и хотел сказать, что я сейчас сходу не смогу вам ответить на ваш вопрос, я не могу придумать. На самом деле, ну, это сложная работа, придумать оправдание вот для такого непопулярного шага, идущего вразрез с предыдущими утверждениями. То есть это надо сидеть и думать, это сходу не делается. Но, повторюсь, я не уверен, что вторая волна будет, потому что все-таки Путин вот сейчас, знаете, на одну чашу весов положит вот эти все политические риски, о которых я сказал выше, вот, а на другую чашу весов он будет класть вот эти вот, значит, ну, плюсы, да, вот там минусы, а здесь плюсы. Плюсы в военном смысле слова. Есть ли они или нет, я не знаю, не являюсь специалистом военной области. То есть пока я что вижу? Что мобилизация прошла, а изменение ситуации на фронте не произошло. Значит, как отступали, так и отступают. Уже после начала мобилизации Херсон отдали. Да, и поэтому вроде как тогда думаешь, ну, никакого толку от мобилизации нет. Тогда, значит, ну, вроде и незачем делать с учетом вот этих минусов, да, вот этой чаши весов. Песков говорит, что все идет по плану. Два дня назад сказал, все идет даже не по плану, а хорошо. Игорь, ну давайте, ладно. Мне кажется, это просто... Если мы еще Пескова начнем обсуждать, мы вообще по делу разговаривать не сможем. Вот. Смотрите, то есть, с одной стороны, вроде бы, ну, кажется, что незачем эту мобилизацию делать, толку-то от нее все равно нет. А с другой стороны, я не знаю. А может быть, ситуация другая. Может быть, если бы мобилизации не было, так они не то, что Херсон бы отдали, может, они бы уже в Крым, там, и Крым бы отдали, понимаете? Уже, может, уже убежали бы там за Ростов куда-нибудь, да? То есть в этом смысле может быть все-таки от мобилизации какой-то прок есть. К тому же может быть отложенный эффект какой-то есть. Да? То есть все-таки большая часть мобилизованных пока не на фронте, их там обучают где-то. Да? И вот сейчас их обучат, значит, они приедут, и совсем там хорошо начнется там у русских, да, на фронте. Тоже может быть. То есть Путин будет взвешивать вот минусы и плюсы. Да? Политические минусы и военные плюсы. И какая чаша весов перевесит, я не знаю. Я совершенно не исключаю, что все-таки перевесит политическая минусовая, и тогда они, в принципе, откажутся от следующей волны мобилизации. Ее действительно не будет. К тому же, повторюсь, уже Песков действительно время от времени эту мысль о том, что не будет никакой там больше мобилизации, он вроде как вбрасывает. Правда, он последние разы, знаете, как делает? Он же говорит, мы не планируем, обращайтесь в Минобороны, типа с ними обсуждать. Ну, то есть они тоже дистанцируются опять, да, это не мы, это Минобороны. Вот. Поэтому, может быть, теоретически они просто вот Путина выведут за скобки усилиями Минобороны какой-нибудь объявят донабор. Типа, это не новая волна мобилизации, это значит донабор в рамках предыдущей волны. Там, да? То есть там мы не всех набрали, которых должны были. Значит, вот часть людей тогда получила повестку, ну вот этих людей... Ну вот, значит, да, кстати, забирают. Тоже, да, вариант. Ну, как бы, короче, что-нибудь придумают, да, и Путина постарается от всего этого дистанцировать. Может, так будет, а может, все-таки вообще никак не будет. Да? Поэтому давайте посмотрим. Повторюсь, это все-таки в первую очередь, будет мобилизация или не будет, в первую очередь все-таки зависит не от политических аспектов, хотя, конечно, они тоже важны, в какой-то момент они окажутся важнее всего остального, когда революция начнется. Но пока революции нет, все-таки в первую очередь это чисто военная история, да, и, ну, то есть не чисто военная история, я не прав, да, конечно, у нее есть мощные политические последствия, но в первую очередь это все-таки история военная, да, а вот как она с точки зрения военной, ну, я просто не знаю. А вот, кстати, Абаз, вы говорите о революции. Мы понимаем, что умные люди всегда не меняют, а пересматривают свою точку зрения, потому что меняются обстоятельства. Вот, как скажите, пожалуйста, за последний месяц вы как-то более убедились, что может быть революция, или усомнились? У меня не изменилась точка зрения. У меня нет доказательств того, что... нет, вернее, мысли о том, что революция вот там случится вот-вот прямо сейчас.
Нет, но при этом у меня есть абсолютная убежденность, что она в конце концов случится, если Кремль не изменит вообще стратегию свою. Да? Потому что сами противоречия между обществом и властью обостряются, между, по крайней мере, значительной частью того общества, которое, значительными социальными группами, скажем так. Конечно, не бывает, чтобы все общество было против, да? Просто есть, значительное число социальных групп, которые не удовлетворены статус-кво, и если они оказываются сильнее, чем консервативные группы, а в нашей ситуации все в ту сторону идет, то, в конце концов, революция происходит. И то, что мы в стратегическом плане движемся в этом направлении, моя точка зрения ни на йоту не изменилась. На самом деле, глядя на то, как власть слабеет, можно даже сказать, что эта точка зрения усиливается. Но я все-таки не буду утверждать со 100% вероятностью, что революция случится. Почему? Потому что, в принципе, ведь революции всегда есть альтернатива. Какая? Реформы. В принципе, я не исключаю, что все-таки элиты убедят Путина отказаться от выдвижения на следующий срок, найдут преемника, и уже преемник запустит те реформы, которые позволят обществу избежать революции. Я этого совершенно не исключаю, даже напомню, целый доклад пару месяцев назад по этому поводу написал. А преемники, вы вспомнили, и сначала, когда вы начали отвечать, вы сказали, что может спасти Кремль и Путина это изменение стратегии. Вот как вы считаете, изменение стратегии это преемник Путина, это раз, и это должен принять Путин или все-таки его окружение? Решение о преемнике, конечно, оно в первую очередь путинское, во вторую очередь его окружение. То есть Путин уже не настолько силен, чтобы полностью игнорировать мнение российских элит. Да, в 2008 году он был в достаточной степени силен и мог остаться на еще один срок, изменить конституцию. Да, мог поставить Иванова, мог поставить Матвиенко, в итоге поставил Медведева. То есть он тогда, в принципе, был единоличным хозяином ситуации. Сейчас он в достаточной степени ослабел, и единоличным хозяином он уже не является, но контрольный пакет по-прежнему у него. Поэтому это будет коллективное решение Путина и части российского истеблишмента относительно... решение об уходе он сам может принять, это ему согласовывать ни с кем не надо. Вопрос в преемнике. Строго говоря, он тоже может его сам принять, своим указом назначить его премьером, потом, ИО, и там с помощью «Единой России», которую он контролирует, выдвинуть преемника на выбор президентский, да. Но он может это вроде того, что сам сделать, да. «Единую Россию», повторюсь, он в достаточной степени контролирует. Но не факт ведь, что преемник победит, если остальные группы элиты будут недовольны выбором самим кандидатом, самой персоной преемника, то он может и не выиграть, потому что, тот административный ресурс, с помощью которого он будет избираться, его уже контролирует не только сам Путин, это уже этот админресурс контролируется широкой коалицией российских элит. И поэтому Путину, с элитами тоже надо считаться. Вот сейчас Путина судьба его в его руках. Извините, не расслышал. Говорю, на сегодняшний день судьба Путина в его руках. Уже не на 100%. Уже не на 100%. Смотрите, я бы так сказал. Она на 51% в руках ВСУ. Она оставшиеся 49% я бы поделил так. Из них там 26% это сам Путин, 24% это элиты. Очень грубо вот так. Понятно. Аббас, мы начинали наш разговор с того, что Путин встретился с матерями. И я должен сказать, и зрители должны
Да, вот именно, вот именно. Это раз, это «Медуза» четко. Я даже нашел статью, «Медуза» написала, кто там был. Эти женщины, приближенные с «Единой России», госслужащие и другие. Но то, что сказал Путин, мне кажется, это вопиюще, потому что он сказал, что, я даже процитирую, «Есть, ее сын не зря ушел из жизни, и теперь его цель достигнута». Вот моделируем ситуацию. Если это серьезно сидит чья-то мать, и он говорит, цель достигнута, сын умер. Ну как это можно воспринимать? Ну вот ты слушаешь это с телевизора. Нет, Игорь, знаете, ну то есть вы знаете уже, что мы не первый раз разговариваем, что я точно не отношусь себя к поклонникам творчества Путина. И, значит, ну, абсолютно убежден, что он должен уйти, и он должен ответить за все, что он совершил. Но справедливости ради, все-таки там не совсем так было. Я сейчас дословно не воспроизведу, но сам контекст, я просто специально видео смотрел, да, я не то, что там стенограмму читал, я видел, как он говорил это все. Значит, ну, это не выглядело как какая-то подлость, какое-то свинство. Ну, во всяком случае, мне показалось, вот меня не резануло. То есть, там, исходя из общего контекста, это звучало... Ну, как нормально. Ну, то есть человек пытается утешить безутешную мать. Путин все-таки очень неплохой актер. Он, ну, это, наверное, слово актерство даже не подходит, потому что оно позитивное. А в случае с Путиным это не позитивное. В случае с политиками вообще это не позитивно. Mm-hmm. Это лицемерие, наверное, да, более правильное слово. То есть он хороший хамелеон, он хорошо умеет лицемерить. Он профессиональный обманщик, если можно так выразиться. Да? То ли это у него с детства, я не знаю, то ли это вот он в КГБ в себе, так сказать, воспитал, потому что, ну, для чекиста же это вообще, так сказать, азы мастерства, да, чекист, который не умеет притворяться и втереться в доверие к человеку, против которого он работает, да, это плохой чекист, он карьеры вообще не сделает. То есть для чекиста принципиально важно, значит, уметь обмануть человека. При этом принципиально важно не доверять другому человеку еще, да, чтобы он меня не обманул. Ну, поскольку сам чекист любого обманет, да, он, конечно, подозревает и всех остальных в том, что они меня тоже пытаются обмануть, да. И в итоге, ну, Путин достаточно неплохо это отработал вот это, на этой встрече, ну, по крайней мере, вот в той части, о которой вы сейчас говорите. Он, к сожалению, дословно не воспроизведен, но там все-таки звучало это, выглядело это так, что не то, что там цель достигнута, что он убит, да, а что там было так, что, ну, типа, все мы, в конце концов, умрем, да, просто кто-то умрет бессмысленно, а он умер за великое дело там, да. Ну, как-то так. В общем, ну, в рамках их имперской логики, да, умереть за империю, ну, там, это почетно, в общем-то. Да, и он, ну, он это как бы сказал, видите, а поскольку мать там специальная, да, не случайно какая-то из народа, вот, она это схавала. Я бы, собственно говоря, вот больше бы вот большее внимание обратил, знаете, вот на этот факт, на то, что об этой встрече стало известно как минимум 3 недели назад. Значит, первый раз о том, что он встретится с родственниками, значит, ну там с родственниками, близкими мобилизованных, он сказал во время, это было в самом начале ноября, во время встречи с кем-то из губернаторов, если не ошибаюсь, это был тверской губернатор Руденя, и Путин там вот наставлял его, так сказать, там говорил, что вот надо там, вы встречайтесь с народом, там, с родственниками там. И тут его понесло, что называется, да, вот, ну, когда там ты так вдохновленно врешь, тебя в какой-то момент несет. Да, помните, как Остапа несло, вот, пронесло, да. Из 12 стульев, да, вот та же самая история. И значит, и он говорит, вот я тоже собираюсь встретиться, да, но после того, как бы сказал, его за язык поймали, все об этом написали, ну, приходится встречаться, значит, надо готовить встречу. У них было там 3 недели без малого, может, даже чуть больше, значит, где они, знаешь, в их распоряжении был весь административный аппарат страны, все региональные власти, все муниципалитеты, все там околовластные общественные организации, со своими предполагаемыми сетками, так сказать, сторонников и так далее. Там. Ну, то есть, по идее, вообще, ну, там, весь,
все там вот 140 с лишним, там сколько у нас, миллионов россиян, да? А, значит, и надо было найти всего 20 человек. Они должны были быть простыми людьми. То есть всего два критерия. Да, это должна быть мать мобилизованного, и это должна быть, она должна быть простой человек из простого народа, никоим образом не аффилированная с системой. Да? Так вот, извините, Аббас, извините, что перебиваю. Там даже движение «Совет матерей и жен» начал недовольствоваться администрацией, да. Это оппозиционеры, как бы, да, их нельзя приглашать к Путину, это понятно. Ну, то есть, с точки зрения нормальных людей, конечно, это ненормально, но с точки зрения системы это понятно и нормально. Окей, я сейчас рассуждаю с точки зрения системы. Просто я, как организатор этой встречи, да, я знаю, что ни в коем случае нельзя приглашать, ну, реально аффилированных с властью людей, чиновников, там, значит, вот этих околовластных активистов, там, да, которые, ну, по сути, получиновники. Значит, потому что, ну, будет скандал. Да, позорище будет просто. Зачем? Это же, это же история придумана для того, чтобы рейтинг наращивать, а не для того, чтобы рейтинг ронять. Да? Соответственно, ну вот задача, найти простых людей. При этом, конечно, эти люди будут... А вот третий критерий, сори. Эти люди должны быть в достаточной степени лояльны, чтобы там не предъявлять претензий к Путину, чтобы слушать вот ту всю ересь, которую он говорит, и кивать головой. Вот три критерия. Мать мобилизованного, из простого народа, в достаточной степени лояльно. Три недели, чтобы найти весь административный аппарат страны в их распоряжении. Они их не нашли. 20 человек на всю страну не нашли. Как это объяснить? Ну, либо они придурки, которые не умеют работать вообще, да, то есть их парализовало, они не могут свой собственный административный аппарат напрягать. Да, либо этих людей не существует в природе. То есть либо Аббас, из простого народа и лояльного уже не получается найти. То есть, условно говоря, их нашли, поставили на прослушку всех, понятно, всех кандидатов поставили на прослушку, ну, чтобы точно выяснить, лояльны они или не лояльны. И выяснили, что ни одного лояльного нет. И вынуждены были, значит, в последний момент, когда уже не нашли простых, уже набирать своих чиновников из региональных администраций, там, значит, околовластных активистов из там всяких ОНФ, там, общественных палат, там, ну, в общем, социально близких, что называется. Да? Ну, либо теоретически, возможно, еще одно объяснение этого позорища. Путин настолько ненавидит простой народ, что не хочет увидеть ни при каких обстоятельствах уже, и поэтому вот и к нему тащат социально близких, чтобы они этот простой народ изображали. Либо ощущение безнаказанности. Мы же знаем, это уже не в первый раз, когда Путин при одних и тех же людях говорит, там выступает, встречается. Может, это они дальше думают, что да что нам будет, да давайте тех самых, что были. Не-не, Игорь, смотрите, раньше такие истории случались, но это все-таки было исключение из правил. А здесь правило, здесь в течение 3 часов, вот вы назвали «Медузу», и мне кажется, это первым был все-таки канал, можем объяснить, телеграм-канал. Ну, на самом деле, неважно, кто-то из независимых СМИ. Да, в течение там буквально 3-4 часов факт-чекинга выявляют там чуть ли не там половину, но окей, треть участников уже находят их связи, да. То есть там покопаться еще несколько дней, так и на всех, наверное, можно будет уже нарыть. Вот. То есть в высшей степени, конечно, непрофессионально. И в итоге вместо плюса получили минус. Потому что люди же и без того подозревают, что система лжива. Даже лоялисты это понимают. Знаете, когда еще до войны, когда ну, общественное мнение в России еще было более-менее таким, знаете, ну, то есть люди еще не так сильно боялись социологам говорить правду, боялись уже, но ну, не так сильно, как сейчас. Ну, то есть его еще можно было мерить, да. То на вопрос, значит, можно ли там, то есть там вариант был, вопрос такой, по-моему, Левада делал, если не ошибаюсь, значит, российские власти врут постоянно, врут время от времени или в основном все-таки говорят правду. Вот несколько таких вариантов там было дано, да. И, значит, ну, подавляющее большинство выбрало вариант, ну, там больше половины, типа, врут постоянно, еще там почти половина врут время от времени, да, а в основном говорят правду, там этот вариант выбрал ничтожно малое число избирателей, сейчас точно цифру не помню, но точно их было очень-очень мало, гораздо меньше, чем вот первые два варианта. Значит, то есть люди и без того подозревают, что система лживая, и тут еще вот прямо,
ну, там в очередной раз они в этом убедились, да еще причем на таком вопросе, ну, такая святая тема матери, там, да, понимаете, там, эмоции, ну, то есть такое человеческое, не по вопросу там, знаете, какому-то черствому, сухому, значит, типа там, знаете, вот соврали на совещании по перспективам развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Ну, окей, там, помните, как в этом фильме «Джентльмены удачи»? Ну, то бензин, а то дети. А, то, ну да, помните, когда у нас бензин разбавлял? Ну, то бензин, а то дети. Это разные вещи. Ну вот, а этот матерям, ну, там, с вопросом вот у матерях, там, вот, ну, там, это же эмоциональная история. Врет вот здесь. И это, конечно, ну, прям, как серпом по горлу. Да, но, ну, вот они все равно это сделали. И я говорю, и непонятно почему. Ну, что, 20 лояльных человек не смогли найти? Получается, что нет. Ну, то есть, вот это реальная вам история о состоянии общественного мнения. Не то, что там ВЦИОМ рисует, да? Uh-huh. The real thing, что называется. Мы постоянно вспоминаем Пригожина, это владелец ПВК «Вагнер», потому что он есть и он руководит частью войны России в Украине. Последние события. Европарламент хочет признать «Вагнер» террористической организацией, и ФБР награду назвала в $250 000 за местонахождение Пригожина. Как вы считаете, это как-то повлияет на его вседозволенность внутри России? Или он дальше будет делать, что хотеть? Или его попытаются как-то притишить? Потому что мы понимаем, дипломатические связи неофициальные всегда есть между всеми. Да нет, я думаю, сейчас ситуация, конфликт уже зашел достаточно далеко, чтобы такие вещи игнорировать. Поэтому вот эти две истории, я думаю, они никоим образом не скажутся на активности Пригожина. Да, он даже это для пиара своего тупорылого, значит, использует в очередной раз что-нибудь там, какую-нибудь кувалду кому-нибудь пошлет. Да, поэтому я на самом деле не уверен вообще, что Западу следует Пригожина выделять в качестве отдельного субъекта какого-то. Ну, то есть я бы, будь я на месте, допустим, их, значит, политконсультантов, кто их там на Западе консультирует, я бы еще 10 раз подумал. Ну, то есть зачем ему лишний повод для пиара, значит, создавать? Если говорить о союзниках России, так как таковых нету, но де юре было АДКБ. И когда Пашинян сказал, что я не подпишу декларацию, как вы считаете, это как-то ударит по России? Потому что по факту не было, а де юре было АДКБ, которые они считали как вот один к одному к НАТО. А сейчас вот мы видим, что АДКБ бездействует, оно ничего не принимает. И вот Пашинян сказал, а я не подпишу. Да, конечно, это еще одно доказательство того, что Россия оказалась в изоляции, да, что союзников у нее нет. И это пугает, конечно, россиян. Именно поэтому российские пропагандисты, да и сам Путин, там, да, и Лавров постоянно пытаются подчеркивать, что мы не просто так с Западом рождем, что мы лидеры свободного мира. Да, то они проект деколонизации мира там, значит, пытаются придумать, мы, дескать, во главе там, всех стран Африки и Латинской Америки против колониализма боремся. Да. Это делается именно для того, чтобы показать, нет-нет, россияне, не пугайтесь, мы не в изоляции, это враги придумали, что мы в изоляции. Потому что россияне не хотят быть в изоляции, на самом деле. Вот, и, короче, это новость из тех, что я имею в виду по УДКБ, из тех, что в очередной раз доказывает россиянам, что когда Путин и Песков с Лавровым говорят, что мы не в изоляции, они врут. Да? Поскольку таких новостей много, вот это ощущение изоляции все-таки реально создается, несмотря на все усилия российской власти. Аббас, если вот говорить в общем о том, что мы с вами проговорили, это то, что на 51% судьба Путина зависит от ВСУ, то, что за 9 месяцев, вот почему мы с вами вспоминали, вот почему обращение на федеральных сборах, извините, отменили, потому что нечего сказать. За 9 месяцев ничего не произошло, что можно, чем можно похвалиться. Как вы считаете, ждет ли Россию вот
судьба Югославии или СССР, когда вот уже вариантов нету и нужно, может, делить на республики, потому что маневров уже не осталось? Ну, потенциал к распаду, конечно, есть. Значит, фундамент заложен самим Путиным задолго до начала войны. И война усилила, значит, ну, этот потенциал. То есть в регионах, российских регионах очень сильны антимосковские настроения. Москву реально не любят, потому что она... Ну, реально, не Москву как город как... или и, жители, или как власть? Я пытаюсь сказать, как центральную власть. Да? То есть ее называют Москва, но при этом имея в виду, что это вот центр. И, значит, ну, и Москву как город, конечно, вот, ну, это отношение негативное к центру, оно, конечно, перекидывается и на Москву как на город, и на москвичей как граждан. Вот. Но, конечно, в первую очередь это связано с, не с самими москвичами, конечно, а с Путиным и с и вообще федеральным чиновничеством. Значит, их не любят вообще везде, но в национальных республиках еще к этому всему добавляется этническая составляющая. То есть это, ну, типа, уже не просто Москва, да, а русские. Да? И в какой-то момент, конечно, вот когда... Это всегда бывает в России в момент ее ослабления, да, ослабления центральной власти. Поднимают голову сепаратисты, националисты, да, этнонационалисты в национальных республиках. Так когда-то распался Советский Союз, да, и то же самое будет и сейчас. То есть в момент идейного такого кризиса, когда предыдущий курс, предыдущая идеология очевидным образом потерпела неудачу, возникает такой идейный вакуум, и его заполняют в национальных республиках вот эти этнонационалисты. На самом деле, ну, сепаратизм появляется даже не только в национальных республиках. Он, я вот 90-е годы помню, и в Приморье был достаточно сильно распространен, и даже, допустим, в Екатеринбургской области там, да, звучали призывы там создания Уральской республики, и если не не полному там отделению от России, то во всяком случае к, значит, ну, своему суверенитету, да, значит, короче, эта тенденция существует изначально просто потому, что, ну, реально Путин сверх централизации своей, ну, прям всех достал, то есть все решения принимаются в Москве. Значит, все ресурсы выкачиваются в Москву, то есть, условно говоря, добыча нефти и вред экологии там в Сибири, да, а все прибыли, значит, в Москве оседают. И поэтому, значит, нам и, на, им вершки, а нам корешки, короче, получается. Да, и это всех злит. А тут еще война добавилась, да, ко всему этому. А войну в национальных республиках вот эти потенциальные этнонационалисты, они как раз интерпретируют тоже не как войну России с Украиной, а как войну украинцев с русскими. Да, и они в очередной раз видят во всем этом подтверждение того, что русский имперский народ. Они себя ассоциируют, вот эти условно там башкиры, татары, тывинцы, там ассоциируют с украинцами больше, чем с, значит, с русскими. То есть вот они захотели, так же, как мы, там, разговаривать на своем языке. Мы же тоже хотим на своем языке разговаривать, да, свое искусство, свою там литературу развивать, да, там, свою культуру. А их за это бомбят, там, фашистами объявили и бомбят. Да, так они, значит, вон какие русские-то. Вот. И поэтому, ну, потенциал, конечно, усилился. Отчуждение такое вот от центра усиливается, да. Я все-таки думаю, что до полного распада не дойдет, хотя, конечно, отдельные территории, в частности, на Кавказе, значит, ну, могут реально начать отделяться. Но дойдет или не дойдет, на самом деле, зависит от того, вот, ну, в какой момент все это прекратится и в какой момент, значит, кто какие вот реформы предложит, то есть кто придет к власти после Путина и какие, насколько убедительным будет план реформ, проект реформ, значит, с которыми он вот выйдет в общество. Если это будет все достаточно привлекательно, значит, ну, тогда удастся удержать Россию от распада. Значит, если не будет привлекательно, может реально распад начаться. Я на самом деле
при всей своей нелюбви к нынешнему режиму и к всему там, своему страстному желанию, чтобы вот режим сменился, да, и Россия начала как нормальное государство демократизироваться, я против сценария распада России, потому что именно как политтехнолог, да, я понимаю, это речь не идет о там, а вот единое и неделимое, о том, что я ее считаю какой-то там святой Русью, там, да нет, к черту все это. Именно как политтехнолог, это такой абсолютно циничный расчет. То есть я понимаю просто, что угроза распада России как раз усилит те консервативные группы, значит, которые в другой ситуации, ну, такие условных путинцев, имперцев, да, угроза их усилит. Угроза распада, да? То есть у них появится повод, вот после поражения в войне с Украиной им вообще не с чем к избирателю обращаться, понимаете, к аудитории. То есть они вообще утратят всякую привлекательность для людей. То есть вы кто такие? Вы что-то там придумали, да, полезли на войну, пролили кучу крови, проиграли, блин, да идите к черту, лузеры. Вот. Они 0,0 будут на выборах набирать. Вот. А вот если угроза распада России встанет в повестку, они скажут, смотрите, страна разваливается, отечество в опасности. И опять какое-то количество, немалое количество россиян не смогут вокруг себя консолидировать. Да? И они в ситуации ослабления центральной власти, безусловно, будет ослабление центральной власти, вот, они смогут, ну, апеллировать к этим группам и реально выигрывать выборы, и в новую конструкцию власти они будут проникать. Вот эти условные пригожины такие, да, вот, создадут свои партии, там, пойдут, будут апеллировать, выигрывать, там, и будут приходить в Государственную Думу, на президентских выборах, там, какой-то процент там отжуют, вот, может, и не выиграют, там, у реформатора условного, да, но приличный процент могут отживать. То есть они, оказавшись в Государственной Думе, там, создав там фракции, да, значит, они будут дальше блокировать, как когда-то коммунисты в 90-е блокировали реформы и не позволили проводить эффективные реформы, значит, российским реформаторам. Вот точно так же эти условные имперцы-пригожинцы, получив возможность апеллировать к избирателю вот, благодаря угрозе распада страны, они, значит, придут во власть и будут блокировать реформы уже вот будущим новым реформатором-демократизатором, да, и все может снова повториться, мы снова на очередной круг зайдем, то есть, ах, угроза распада России, ах, нужен спаситель, и опять новый очередной Путин. Вот чтобы этого не случилось, как раз эту тему в повестку ставить не надо. Россию можно и нужно демократизировать целиком. Вот абсолютно мое убеждение, повторюсь, основано исключительно на понимание логики политического процесса, да, самой его динамики, вот, а в политике динамика, в общем, собственно, все определяет, значит, а не на каких-то, вот я говорю, идеалистических воззрениях о том, какой должна быть Россия. Да неважно, какой она должна быть, мы не в идеальном мире живем, да, надо понимать, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги, как говорится. Может, идея, вот, что вместо одной большой России существует много маленьких государств независимых, может быть, сама по себе она и неплохая. Но пока мы до туда дойдем, мы, блин, столько вот костей там переломаем в этих оврагах, да, что не дай бог. Поэтому вот я к этому, к теме распада отношусь отрицательно. Ну, а может, Аббас, и нужно переломить кости сейчас, и это будет долго и сложно? А смотрите, а неизвестно, кто в результате ломания костей выиграет. Новый Путин может прийти к власти, понимаете, вот о чем я говорю. Но в том и в том случае тоже может прийти новый Путин. Нет. Если не будет угрозы распада России, то демократизация будет идти примерно как, допустим, в Испании после смерти Франко. Уже вот настолько очевидным стало, значит, всем испанцам, что ну, больше нельзя вот это все, исчерпал себя этот курс. Что они все взяли и демократизировались после того, как он умер. Да? Или как, значит, Франция, например, после падение, значит, этого бонапартистского режима, да, когда он там в результате франко-прусской войны, которую он сам придумал, значит, когда он проиграл, вот, Наполеон III, да, значит, настолько уже очевидным стало, что, ну, этот вариант исчерпан, что несмотря на то, что консервативная глубинка проголосовала за монархистов, значит, все равно взяли и основали республику, ну, там, французы, да, и все, монархия закончилась. Это была последняя монархия во Франции. После этого республиканский строй
утвердился. Просто потому, что уже было очевидно, что ну, все, исчерпало это себя уже, все, умерло. Вот и у нас тоже так же будет, потому что ну, вот эта исчерпанность, она все более очевидна, а пока же Путин не уходит, то есть он, вот до того момента, когда он уйдет, вот эта исчерпанность будет ну, просто ну, прям совсем очевидно подавляющему большинству и элиты, и избирателей. Да, а все вот эти консерваторы, остатки их, они просто расползутся по домам, они выпадут из политического процесса, они впадут в депрессию, как у них это было в 90-е годы. Вот. Аббас, спасибо вам за этот разговор. Я точно знаю, что это уже следующий вопрос, что будет с Россией после. Первый вопрос – это быстрее победить и быстрее была победа ВСУ. И я точно знаю, что вот эта путинская Россия уже исчерпала себя. Это просто вопрос времени. Спасибо вам. Спасибо. С нами был Аббас Галямов, российский политолог, политтехнолог, публицист и громадський, державний, перепрошую, діяч. Що ж, мене звати Юрій Горищак. Не забувайте підписуватись, не забувайте ширити це відео, не забувайте ставити дзвіночок, тоді YouTube буде просувати і показувати це відео більшій кількості людей. До зустрічі!